Речные ворота Муринского затона требуют расширения и дноуглубительных работ, так говорят специалисты. Этой осенью из-за мелководья суда смогли зайти в отстой только благодаря мастерству капитанов. Как встретили зиму в Муринском затоне, расскажет Наталья Беспалова. Одна навигация закрывается, другая открывается. Так говорят сотрудники Ленского речного порта. Они уже начали подготовку к судоходству 2017 года. Работы идут, как обычно, в Муринском затоне. Именно здесь, между двух больших дамб, ремонтируют речную технику. Сейчас основная задача стоит, это разбираем механизмы, оборудование, там насосы, трубопроводы. Сейчас уже приступили к выморозке судов, потому что у нас предстоит работа тоже. Значит, на теплоход Юрий Арбатский необходимо будет установить эхолот. Где-то будет установлено новое оборудование, где-то отреставрируют старое, например, на этом плавкране. Вот этот светло-зеленый плавкран этим летом поработал на славу. Он стоял на нижней причальной стенке речпорта и перерабатывал клинкер. Этого материала в этом году пришло больше 80 тысяч тонн. Как говорит руководство речпорта, такое количество груза этот кран не перерабатывал много лет. И теперь ему предстоит большой технический ремонт. В эту зиму в отстое 10 единиц техники. Часть принадлежит самому Ленскому речпорту, часть судоходной компании «Алроса Лена». Вообще их суда проводят зиму в Усть-Куте. Но в последние навигационные дни баржи доставили в Ленск важный груз. Здесь и остались. Правда, заходили в отстой новички с большим трудом. Уже на входе в затон очень мелко. И буквально как... Ну, осталась там прорезь небольшая, которую, конечно, наши капитаны там знают. Вот. И те, кто у нас тут заходили, тоже, и тот же капитан Воробьев заходил сюда с баржами, тоже им советовали, как зайти. То есть, ну, конечно, определенные сложности есть, потому что очень мелко. Сотрудники речпорта много лет мечтают о глобальных дноуглубительных работах в Муринском затоне. Они вспоминают, было время, когда караван судов вставал в две линии. Места хватало всем, а сейчас только друг за другом. Нужно проводить дноуглубительные работы, нужно этим заниматься. Ну, пока как бы нас не слышат. Мы говорим об этом, что давайте займемся. Ну, это очень связано с большим финансированием. Здесь надо привлекать, своими силами мы здесь не сделаем, это нужно привлекать земснаряд сюда, либо землесос, чтобы здесь работу провести. От того, как затон отработает зиму, будет зависеть работа летом. Вставать на ремонт во время навигации у речников возможности нет. Наталья Беспалова, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».